Здорово, народ. Сегодня мы поиграем в игру FreeFire. Типа тоже шутер, похожий на PUBG, PUBG. Но я скажу так, я попробовал уже поиграть в нее, скажу так, конечно, PUBG намного лучше. Но в этой тоже есть какие-то свои плюсы, но большую часть, конечно, здесь минусы. Сейчас я вам покажу. Чтобы играть в сквот, мне надо... А, я уже могу попасть, да? Вот тут, посмотрите. А, нет, соло. В сквот, мне, чтобы в группе играть, мне надо пройти пару уровней, набрать. Само с самолета происходит. Контроллер, ну скажу так, автоприцел здесь есть. Ты, когда видишь человека на расстоянии, как на него наводит, и ты просто жмешь стрелять, и все. Если в PUBG я делал джойстик вверх и просто наводил на спринт, и он автоматом задерживался, то мне здесь надо нажать его и бежать. В принципе, это удобнее. Так, одна кнопка стреляется. Если, как вы помните, в PUBG слева-справа есть кулак, чтобы бить. Здесь оружие появляется сверху, то есть нам можно выбирать будет. Ну и теперь смотрите, что у нас с самолетом. Мы прыгаем с доской. Со скайсерфом, типа. Каждый раз надо нажимать кнопку, чтобы взять. Уже кто-то кого-то убил. Чуть-чуть медленно так все происходит в этой игре, конечно. Оружие какое-то, ну, опа, опа, опа. Нас тут уже много.
Ты поднять. Карты возился, вот это здесь неудобно, вообще неудобно. Ладно, вот такая вот игруля. Ну что, поиграем еще немного. Как бы свету можно, да, побегать, иногда тоже поубивать время, такое чуть-чуть отличается от PUBG. Народ, не забудьте поставить лайк.
подписывайтесь на каналчик, и я буду еще выкладывать другие.